Всем привет! В этом видео расскажу, как скачать и где найти выписку по счету с адресом в PrivatBank. На своих экранах вы видите, как выглядит выписка. Ваша может немного отличаться от моей, но суть ее остается неизменной. В данной выписке указаны все инициалы и адрес вашего проживания. Чаще всего именно с этой целью просят в том или ином месте предоставить выписку с адресом. Друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. Я буду очень благодарен вам. Итак, чтобы найти выписку, необходимо зайти на сайт PrivatBank'а. Далее в личном кабинете в правом углу верхнем нажимаем на аватарку и открывается меню. Нам необходимо перейти в старую версию. Далее выбираем «Усі послуги». В длинном меню слева выбираем «Послуги». В самом низу выбираем «Сервис довідок». «Створити довідку». Далее список наших карт. Доллары, гривны, евро, ну и так далее. В меню слева необходимо выбрать подходящее для вас поле, чтобы получить довідку. Выбираем карточку, указываем дату, валюту и язык, на который будет наша выписка. Также вы можете добавить такие опции, как додати інформацію по залишку на рахунку, додати в довідку реквізити картки. Далі нажимаем зелену кнопочку «Сформувати», после чего получаем сформированную выписку по счету с адресом и контактными данными в формате PDF. Ее можно распечатать, либо же скачать. Желаю всем удачи, мира, до новых встреч, пока-пока.